Дорога уходит вдаль. По повести Александры Бруштейн. То, что я вам расскажу, происходило много лет назад, когда люди еще не летали по воздуху и даже не ездили на автомобилях, не слушали радио и едва осваивали телефон. Одним словом, давным-давно. Вот я девочка 9 лет. У меня есть человеческое имя – Саша. Но папа зовет меня Пуговицей, Пуговкой. Я хочу все знать, все услыхать. Папа смеется, что вопросы сыплются из меня, как ягоды из прохудившегося кузовка. Ответить на них лучше всего умеет папа, но у него не хватает времени, он врач. То он торопится в госпиталь, то сейчас только приехал от больного и очень устал. Вот сегодня папа вернулся домой на рассвете после тяжелой хирургической операции, такой измученный, что мама нарезала ему завтрак на кусочки, как маленькому. У папы от усталости и бессонной ночи не слушались руки. Сейчас папа прилег соснуть в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Рядом с диваном на стуле папины очки. Поникшие дужки их, как оглобельки саней, из которых выпряжен конь. В щелку двери я терпеливо подстерегаю папино пробуждение. Полотер Рафал натирает пол, а моя бывшая няня Юзефа по обыкновению ворчит на весь свет и жестоко критикует папу. Другой доктор за такую работу в собственном доме жил бы, в золотых подштаниках ходил бы. Еще бы, я же вижу. И когда только он спит? Я ему говорю, богатых лечить надо, богатых. А он как глухой. Одних нищих лечить. А нищие чего платят? Фигу с маком. Какая жаль. Богатые и бедные, это ж две большие разницы. А может, тетечка не умеет ваш доктор богатых лечить? Не умеет? И он не умеет. А вот она раньше Дроздова помирала. Кто вылечил? С Петербурга наиглавного доктора привезли. Так той доктор только головой покрутил. Не могу, говорит, браться, не имею отваги. А наш раз-раз сделал репарацию. А жила она раньше. Да. А за эту она раньше не загрызайте, тетечка. Пожалейте свою. Сердцу. Я у их полы натираю, так я знаю. У их свою заработанную копейку мало что не из горла вырывать надо. Да тише! Ах ты, Господи! Ну вот, разбудил. Я бросаюсь к папе. Это мой час. Иногда это полчаса, иногда и того меньше. Папу ждут больные. Но все равно, это чудесные минуты. Пуговица. Папа. Погоди, ты, погоди. Почему ты? Почему? Погоди, да осторожно, очки ты раздавишь. Ну, да ты сядь, успокойся. Ну, вот сядь на диван. Вот так. Ну, теперь высыпай свои вопросы. Папа. Да. Почему у тебя нет золотых подштанников? Вот тебе раз. А на что они мне? Я, правда, никогда не пробовал носить золотые подштанники, но мне почему-то кажется, что они неудобные. Ну, ладно. А почему нет собственного дома? Ну, а на что он тебе нужен? Тебе что, жить негде? Ты что, под дождем мокнешь? Все-таки. Расселись, около буфета. Дайте ж мне посуду поставить. Вот, Юзефа, моя дочка хочет, чтобы у меня свой дом был. А что ж, и умница, свой дом, огородик свой, коровка. Курочки. И курочка, а что ж, плохо что ли? Как думаете, Юзеф, а? Будет у меня свой дом? У вас будет. В
Вчерась опять такой богатый пан приходил вас к больному звать, а вы всю ночь у каких-то нищих были. Ну, я сделал там очень редкую операцию, Юзефа. Красиво сделал. Как французские хирурги говорят, элегантно сделал. Красивую репарацию, элегантную. А заплатили они вам за это? Они хотели заплатить. Хотели. А вы что ж сказали, нет, нет, не надо? Ну, так они же ведь свой самовар заложить хотели за полтинник, чтобы мне заплатить. Ну, что же мне у людей последнее отнимать, по-вашему? Будет у твоего отца дом, побачишь. Хороший дом на три аршина. Да ну вас, Юзеф, ну что вы такое говорите? Красиво. Слышите, звонят, отоприте, отоприте. Операцию сделал красиво, элегантно. Папа, а? Что это Юзефа сказала? Какой-то дом в три аршина? Да ну пустяки, не слушай. Там за вами бричка приехала из броварни от Шабанова. Ой, папа, опять уезжаешь? Да, опять. Ну? А знаешь что, пуговица? Что? Едем-ка со мной в броварню к подружкам твоим. Рите и Зое. Ура! 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 Что такое? Что такое? Что за крик? Что случилось? Мамочка, папа берет меня с собой в броварню. Ну что ж, очень хорошо. Только вымой руки, надень чистое платье и веди там себя хорошо. И ногами не тупоти, новую обувку стопчешь. Ну, счастливо. Ну, поехали. Счастливо. Пойдем, папа. Пойдем, и вот мы едем с папой к владельцу загородного пивоваренного завода Шабанову. По обеим сторонам дороги луга, начинающие зеленеть. Так нежна эта зелень, так нарядна, как платье из нестиранного еще ситца. Мир, такой тесный в городе, становится огромным и сладко пахнет оживающей землей. В небе плывут облачка, белые, крутые. Из-за заборов лезут ветки крыжовника, снежными, как у котят, царапающимися коготками. У Шабановых в столовой сам Шабанов, волосатый мужчина. Волосы лезут у него из носа, из ушей. Жена его, Серафима Павловна, склонила круглый, как яблоко, подбородок на круглую руку и смотрит на папу глазами, полными слез. Что случилось, Серафима Павловна? Доктор дорогой, спасите моих детей. А что случилось? От чего их спасать? Никакого аппетиту нет у них. Ах, не как... едят ничего. По 10 копеек платят им за каждый выпитый стакан молока. Ну и что же? Не пьют. Не пьют. Ну, перечислите мне все, что ваши дети съедают за день. Утречком в 8 подают им в постельку молочка. Так. В 10 завтрак, какао, яички. Творожок, сметанка, горячее блюдо. Одно горячее блюдо. Так, так, дальше. В 11 молочко, в час обед. 3-4 блюда. Ах, оставь, пожалуйста. В 5 чай, печенье, варенье, а в 8 ужин, в 9 молоко и спать. Ну, скажите, Яков Ефимович, почему нет аппетита у детей моих? Что им нужно? Второй желудок. Что-что? Я говорю, второй желудок им нужен. Не может же один желудок все это переварить. 8 раз в сутки даже грудных детей не кормят. Ну, доктор, ну что вы? А что, если я буду звать вроде гостей? Ну, например, детей наших рабочих. Вот еще. Так может и наши с ними за компанию есть будут. Ну, ты придумаешь, право. Босоту рябчиками кормить. Ну зачем же рябчиками? Им простое кушанье подадут, картошку, селедку.
только за одним столом будут. Ну как, доктор? Ну что ж, это неплохо. У да? тех-то ребят аппетит, наверное, хороший. Хороший, да. хороший. Так что зовите, зовите. О, чем больше, тем лучше. Ну вот. А теперь вы меня извините. Видите, сколько больных ждут меня у ворот. Ваши рабочие. Яков Ефимович, уговор. Что? Хотите моих рабочих лечить? Ваше дело. А чье же? Конечно, мое. Я врач, мне и лечить. Ну вот, а вот платить, я вам уже 100 раз говорил, я не буду. А разве я у вас за это платы когда-нибудь требовал? Яков Ефимович, ну зачем вы это делаете? Господи, такой доктор! Вам бы генерал-губернатора лечить, а вы с нищими возитесь. Долг врача, Серафима Павловна, не отказывать в помощи никому, кто бы за ней ни обращался. Вот так. Девочки, ужинать идите, идите играть, идите сюда, 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 идите. Так, Зоенька, Ритечка, Сашенька. Ну вот здесь, на этом конце стола. А вот на том конце стола, вот те вот мальчики, вот та девочка. Да, садитесь так-то. Я их пригласила, чтобы ужинать с вами. Ихние папы работают на нашем заводе. Мальчики, мальчики, как вас зовут? Меня Антос, а его Колька. А я Франка. Ну, матушка, это что ж такое? Еще и ребенка притащила. Куда ж его? А то моя малая сестренка Зоська. Куда же я ее дену? Она еще ходить не может, все у меня на руках. Ой, не гоните меня, пани. Нет. Зоська будет тихонько-тихонько. Только покушаем и пойдем себе. Нет. Мам, ну оставь Франку. Мы потом поиграем с ее малышкой. Ну, хорошо. Тихо, Зоська. На том конце стола, где сидим мы с Ритой и Зоей, изобилие закусок и всяких блюд. А на другом конце, там, где Антос, Колька и Франка с Зоськой, вареная картошка и селедки. Ох, как эти дети набросились на еду! Зоя и Рита ничего не едят. Они смотрят на своих гостей. Я тоже не ем, но я не смотрю на них. Мне почему-то неловко. Мне стыдно есть перед голодными. Молча я пододвигаю им свою тарелку, полную вкусных вещей. Зоя и Рита входят в азарт, наперебой отдают этим детям весь ужин, и голодные гости съедают все до крошки. Вот хорошо. Спи, Зосенька. Мы едем в город. На сумеречном небе висит лунный серп, беленький, чистенький, как срезанный ножницами детский ноготок. Папа, а почему ты Шабанова не любишь? Всегда споришь с ним. А за что его любить, Шабанова? Что он хорошего сделал? Не знаю. Все говорят, он пивовар. Хм, подумаешь, пивовар. Не он же варит пиво, а его рабочий. Платит он им за это гроши, копейки.
И только я знаю, я ведь их лечу. Как они живут? В нищете, в болезнях. А Шабанов наживает на этом пиве тысячи. Пивовар. Ты, пуговица, смотри, к хорошим людям тянись. Я ведь когда-нибудь умру. С хорошими ты не будешь сиротой. Папа, а какой это дом у тебя будет? Юзефа говорит, в три аршина. Да ну что там, Юзефины сказки. Три аршина. Это же очень маленький дом. Да, небольшой. А как же мы там все поместимся? Да нет, я там буду один. А мы? Вы? Вы будете приходить ко мне. Вот ты придешь к этому домику и скажешь: папа, это я, пуговица. Я живу честно, никого не обижаю, работаю. Хорошие люди меня уважают. Можешь даже подумать про себя. Подумаешь так и пойдешь себе дальше. Что ты, пуговка? Папа! Ну? Папа, дорогой, ты умрешь. Да я еще не скоро умру. Мне 36 лет. Вот видишь, сам говоришь, что ты старик. Дурочка, ну все люди умирают, и я умру. Только это еще не скоро. Не скоро. Через 50 лет после этого вечера тебя, 85-летнего старика, убили фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти и сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают. Я говорю тебе это здесь. Раз и два и три. Ой. Раз и два. Браво, браво, Саша! Очень хорошо вы играете. И вовсе не хорошо. Мама говорит, у меня руки как грабли, и медведь мне на ухо наступил. А вы говорите хорошо. Неправду говорите. Стыдно. О, а вы всегда говорите правду? Ну, всегда. Всегда это трудно. А вы кто такой? Как вас зовут? Меня зовут Павел Григорьевич. Я к вам в гости пришел. Папа и мама, я вижу, нет дома. Ну, я с вами посижу. Пожалуйста. Так вы, значит, на рояле хорошо играть еще не умеете? Не умею. А что вы умеете делать? Читать умею. А пишу хуже. Нет, без ошибок. Но почерк, мама говорит, как курица лапкой на шкаря была. А вы что умеете делать? Видите ли, я студент. Ну, что еще я умею? Умею засеять поле, жать рожь. Умею класть заплатки на сапоги. Могу поставить избушку и даже сложить в ней печку. Умею ставить капкан на зверя, стрелять дичь, ловить рыбу. Еще умею печь хлеб. Уж это ни к чему, хлеб печь. Его в булочной можно купить. А я жевал там, где нет ни булочных, ни мясных,
ни даже почты. Как же вы попали в такие места? О, это я вам расскажу в другой раз. Я теперь буду приходить к вам ежедневно и давать вам уроки. Хорошо? Хорошо. Очень он мне понравился, мой новый учитель. Но Юзефа, подавая обед, разыграла из-за него настоящий скандал. Прощайте, ухожу от вас. Что случилось? Не хочу рештанта видеть. Юзенька, дорогая, не уходи. Моя Сашенька, курочка моя беленькая, шурпатенькая. Я тебя берегла, растила. Нет, плоха, Юзефа, рештанта наняли. На, рештант, учи ребенка, а уж рештант я научу. Юзефа, ну что вы плетете? Какой арештант? А такой, не стукайте на меня вилкой по столу. Мне соседи сказали, наняли твои господа учителя арештанта. Его из студента выгнали, в Сибирь услали, он против самого царя бунтовался. Давайте расчет. Ухожу от вас. Ну, перестаньте, Юзефа, никуда вы не уйдете. Знаю я вас. А и вправду не уйду. Не брошу ребенка. Папа, почему Юзефа называет Павла Григорьевича арештантом? Ну, как я тебе объясню? Ну, ты же не поймешь. Нет, ты все-таки скажи, я пойму. Ну, ладно, я попробую. Ты детей этих голодных у Шабановых за ужином видела? Видела. Что дети рабочих голодают, это что, хорошо, по-твоему? Нет. Ну вот, Павел Григорьевич хочет, чтобы так больше не было. Рабочие трудятся и голодают, а хозяева наживаются на них и в три горла жрут. Павел Григорьевич хочет, чтобы все были сытые, здоровые, веселые, грамотные. Понятно тебе? Угу. Несносная ты личность. Понятно. И молодец, Павел Григорьевич, и правильно. Ну вот, по-твоему, правильно, и по-моему, правильно. А его за это арестовали и сослали на 5 лет в Сибирь. А кто арестовал? Кто сослал? Правительство царское приказало. Полиция сослала. Теперь он отбыл срок и выслан в наш город под надзор полиции. И полиция следит за ним. Только ты смотри, никому об этом не болтай, чтобы не было хорошему человеку неприятности от твоей глупой болтовни. Так вот он какой замечательный, мой новый учитель. Начались уроки, и я еще больше полюбила Павла Григорьевича. Так хорошо, так интересно он все объясняет и рассказывает. Я очень стараюсь, учусь хорошо, кажется, он мной доволен, и вдруг все летит кувырком. И знаете, из-за чего? Я попала в зверинец и увидела там укротительницу зверей, мисс Ирму. Мамочка, какая она великолепная! Вся в блесках! Тише, Сашенька! Смотри, смотри, она вошла прямо ко львам в клетку! Я вижу, вижу! Укротительница заставляла львов скакать через обруч, трепала их страшные косматые головы, даже таскала их за хвосты, как котят. Потом она раскрыла руками пасть самого большого льва. Мамочка! Сейчас она вложит в эту пасть свою голову. Дальше я уже ничего не вижу. Я закрываю глаза. Я слышу, как замирает вся публика. Ни слова, ни шороха. Смертный номер окончен. Я открываю глаза. Ой, не съел. Мама, как это было? Я ведь не видела,
Я, знаешь, закрыла глаза. Не знаю. Я тоже закрыла глаза. Теперь все мои мысли, все восторги с укротительницей львов и тигров. Мисс Ирма кажется мне ослепительной, прекрасной героиней. Только, пожалуйста, не отговаривайте меня. Это не поможет. Я хочу быть укротительницей зверей. Слышите, Юзефа, чего Сашенька хочет? Зверей укрощать. А чего ж? И умница. Купим зверей, коня, коровку, свинку. Да, курочек. А почему ж? И курочку тоже. Молочко свое будет, яички свои. Так, так. Ну, а почему тебе хочется, Пуговка, быть укротительницей? Потому что укротительница смелая. Она герой. Смелая? Да, пожалуй. Я тоже восхищаюсь ее смелостью. Но герой? Нет. Ой, папа, папа. Сам говоришь смелая, и вдруг не герой. Почему? А да ведь кому же нужна ее смелость? Для чего она трижды в день входит в клетку со львами? Она что, спасает этим кого-нибудь? Ну, скажем, безоружного человека, ребенка, ну, хоть корову, что ли, спасай? Павел Григорьевич, вы тоже видите в этом геройство? Нет, признаюсь, не вижу. Геройство, по-моему, это совсем иное. Конечно. Давайте, друзья, поговорим о геройстве. Пусть каждый из нас расскажет Пуговице о каком-нибудь герое, которого он сам своими глазами видел в жизни. Кто первый? Вот мама первая. Мамочка, ты видела настоящего живого героя? Видела. Вот он, на этом портрете. Это мой покойный отец, твой дедушка. Он был военным врачом. Видишь, сколько у него орденов и медалей? И среди них 4 солдатских Георгия. 4 георгиевских креста за храбрость. Это за турецкую войну. А за что дедушке дали эти георгиевские кресты? В приказе было сказано: за самоотверженную подачу помощи раненым под сильным огнем неприятеля. Понимаешь, Пуговка, неприятель палил. Раненые падали, а дедушка твой не сидел поодаль в безопасности, не ждал, пока их принесут к нему. Он был хирург и знал, важно оказать раненому помощь как можно скорее. Он лез в самый огонь, выносил раненых из боя, перевязывал их тут же под пулями. Понимаешь? Ну разве это не герой? Герой, герой. А ты, папа? Видел когда-нибудь живого героя? Ну, конечно, Пуговка. Да не дальше, как вчера. К нам в госпиталь привезли обожженного пожарного. Он вынес из огня несколько человек. Сам сильно обгорел. Не знаю, выживет ли. Ну, скажешь, не герой? Герой? Да. А вы, Павел Григорьевич, вы героя видели? Видел. Вот вообрази. Идет группа ссыльных из Петербурга в Якутию. Это 10-15 тысяч верст. Гонят эту группу в ссылку по этапу, то есть почти все время пешком. А на подводах едут наши семьи, жены, дети. И дети. Идем мы не день, не неделю, а много-много месяцев. Снег, мороз, размытая глина, дождь. Так шли мы пешком до Якутии без малого год. Как страшно! Боже мой! Как вы все это вынесли? Дальше было хуже. Надеялись мы, что нам дадут отдохнуть в Якутске. Подали прошение якутскому губернатору. Написали, без теплой одежды, без провизии. Все мы, в особенности женщины и дети, не дойдем, замерзнем в пути, умрем с голоду. И нам дали ответ. Налетел вооруженный отряд и стал в нас стрелять.
Потом нас обвинили в бунте и судили. Суд этот приговорил зачинщиков бунта к смертной казни через повешение. А зачинщиками были объявлены трое самых лучших. Коля Зотов, Гаусман и Коган Бернштейн. В ночь на 8 августа их повесили. Мы стояли у окон наших камер и смотрели на своих товарищей в последний раз. И каждый из них поклонился нашим окнам в последний раз. Когана Бернштейна с простреленной ногой несли к виселице на кровати. Его приподняли вместе с кроватью, чтобы продеть его голову в петлю. И вы смотрели на это? Да, смотрели. Чтобы запомнить, чтобы никогда не забывать. С этого дня я заболеваю мечтой о геройстве. Я просто глотаю книги о смелых людях, о самоотверженных героях. У ребенка голова не бочка. Лопнить голова от учения этого, лопнить, что тогда? Взяли учителя, теперь еще эту, французинку. Нужны они нам, как нары в пупке. Вот мадемуазель Полина, моя дочка. Ее зовут Сашенька. Бонжур, ма птит. Здравствуй. Тебя зовут Саш. Очень хорошо. Если ты мне понравишься, я позволю тебе называть меня Поль. А это что у вас? Вот это? Ну, как сказать по-русски? Это моя семейство. Вот это пальма. Я вырастила ее из финиковой косточки. А это мой попугайщик Кит. Ки-ки. Ой, а почему он держит головку на бок, словно его продуло? А у него один глаз слепой. Угу. Он смотрит на все одним глазом. А это что у вас за книги? О, это стихи. Человек должен любить стихи, если он не верблюд и не корова. А что? Это у тебя, девочка, какие ботинки грязные, а? Ой, Юзефа! Юзефа! Саш, Саш, вернись. А ну скажи, кто чистит твою обувь и платье? А это Юзефа. Юзефа? А кто же стелит твою постель? Кто тебя моет в ванне? Это мама. Мама? Ужасно. Очень стыдно. Человек должен уметь все делать сам. А ну, принеси щетки, ваксу и почистим свое платье. Сейчас? Туфли. Да, сейчас. Вот так вошел в мою жизнь новый хороший друг. Милый мой Поль. Она рассказывает мне о себе, о своем детстве. Очень смешно думать, я не совсем понимаю, как это Поль и вдруг была маленькой девочкой. Бегут дни, бегут тихие вечера, полные рассказов Поль. Очень хорошо жить на свете, но все-таки... Почему ты не спишь так поздно? Я думаю. Поль,
сколько лет было тебе, когда ты спасла своего брата в горах во время снежного урагана? Ну, а хотя бы столько, сколько тебе сейчас. У тебя ведь нет брата. Ты живешь не в горах, и здесь не бывает снежных ураганов. Спи, спи, спи. Да, конечно. Но жаль, что я не могу сделать ничего героического. Научись сперва хорошенько мыть уши и шею. Это тоже нужно. Но все-таки. Вот что, дурачок. Не ходи ты по улицам с таким лицом, словно высматриваешь, где тот костер, на котором тебя могут сжечь, или где тот ребенок, которого ты можешь выловить из реки. На кострах теперь никого не жгут, а плавать ты ведь не умеешь. Нет, не умею. Ну вот, так исполняй свой долг. Это самое трудное в жизни. С этого и начинается геройство. В общем, по дороге на костер смотри под ноги. Не толкни старую женщину, не урони на землю ребенка и не отдави лапу собаке. Поняла? Поняла. Вот. А теперь спать, спать, спать. И вот он наступает день, когда близко от меня происходят большие события и героические дела. Поначалу все буднично. В столовой я жду прихода Павла Григорьевича на урок. Папа в перерыве между двумя операциями листает книгу. Юзефа прибирает комнату. Юзенька, ты плачешь? А что случилось? Не плачу я. Учителя своего дожидаешь. Да? Не дожидай. Не приедет твой рештант. Не приедет он, бедный. Юзефа, не пугайте ребенка зря. Зра, зра. Вот и не зра. Мне на базаре кухарки говорили. Ох, что будет. Сегодня фабричные побросают работу, возьмут красный флаг. Вместе с рештантами, такими, как наш учитель, пойдут по улицам, будут кричать: «Не надо нам царя, не надо нам панов, сами будем пановать!» А городовые, чтоб им всем околеть, уже про это прознали. Как пойдут фабричные с рештантами по улице, так полиция и казаки, чтоб им сгореть, нападут на их, будут их нагайками бить, стрелять. Всех поубивают, и нашего бедного тоже убьют. Папа, ты про это слыхал? Слыхал. А вот ты, прошу тебя, Пуговка, ни с кем об этом не говори. Папа, а почему Юзеф всегда ругал Павла Григорьевича, а тут... Юзеф редкостный человек, золотой. И к Павлу Григорьевичу она потому переменилась, что ему грозит опасность. Яков Ефимович, там этот Шабанов приехал. Ну, что скажете, Яков Ефимович? Забастовали ведь мерзавцы? Стоит мой завод? Да? Да, как же. И другие фабрики стоят. Понимаете, вваливаются сегодня ко мне рабочие мои. Это мразь. У них где 1 мая, и подают мне бумажку. Требования их. Понимаете, требования ведь у них. И чего же они требуют? Вот именно. Именно повышение заработной платы, улучшение условий труда. Представляете себе наглость? Ну, плата у ваших рабочих ведь действительно нищенская, и условия их труда... Я хорошо знаю. Я ведь их лечу. Сволочи они мои рабочие, вот что. Папа! Владимир Иванович, выбирайте слова. Здесь ребенок. Ничего, ничего. Мы теперь должны детей так, брат, воспитывать, чтобы они могли потом этих скотов рабочих, во, в кулаке держать. Ну, моей дочери этого не нужно. У меня рабочих нет,
и у нее не будет. А революции? Вы что, вы не боитесь, Яков Ефимович? Отчего мне ее бояться? Врач и революции нужен, будьте спокойны. Так, пусть будет революция, пусть погибнет Святая Русь, так что ли? Владимир Иванович, вам ведь не Святую Русь жалко, а доходов своих. О, нет, 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 вам, конечно, этого не понять. Подумаешь, испугали меня. Не могут ваши рабочие на такой заработок жить, они могут жить так, пусть подыхают. Вон отсюда, мерзавец! Вон! Но-но-но-но-но-но! Уходите! Но-но! Я уйду! Но вашим друзьям рабочим и учителю вашему драгоценному сегодня солоно придется. Я вам сказал, убирайтесь вон! Прощайте! Папа, не волнуйся. Павел Григорьевич пришел. Здравствуйте, Яков Ефимович. Здравствуйте. Что у вас происходит? Я встретил сейчас Шабанова. Он выскочил от вас как ошпаренный. Да ничего, поворковали мы с ним тут. Да уж, я на лестнице услыхал, как вы ворковали. Павел Григорьевич, давайте говорить серьезно. Никто не знает, как сегодня развернутся события. Так вот, если будут раненые, не везите их в госпиталь. Там уже получен приказ немедленно отправлять таких в тюремную больницу. Я так и думал. Спасибо, что предупредили. Размещайте пострадавших на частных квартирах и посылайте за мной. Я приду в любое время, можете быть уверены. Я в вас не сомневаюсь, Яков Ефимович. Ну, друзья мои, до свидания. Яков Ефимович. До свидания. Тетенька Юзефа, будьте здоровы. Счастливо. А ты, Пуговка, расти большая, расти умная, расти хорошая. Обещаешь? Обещаю. Ну, я пошел. Счастливо. День тянется без конца. При каждом шуме мы бросаемся к окнам, при каждом звонке мы мчимся в переднюю. Мы жадно ловим все слухи. Ждем весь день с самого утра. Вот уже и вечер. Яков, ты ничего не слыхал? Говорят, днем на какой-то улице забастовщики сбились в колонну, запели революционную песню, подняли красное знамя, и сразу на них налетели казаки. Ух, кабы не сдохли те казаки. Палатер Рафал сам видал. И шел який с фабричной, рукой плечо держит. А с-под пальцев у его кровь кап-кап-кап. Тихо, звонят. Посмотрите, Юзефа, кто там? Может быть, это от Павла Григорьевича? Там який с хлопчик пришел. Пускачи нет. Конечно, пусть войдет. Здравствуйте, бабуся. Иди, иди. Иди. Папа! Так это же Антость, который к Шабановым приходил. Да-да-да-да-да. И я тебя в раз признал. А чему ж на тебе нашего учителя пиджак надетый? Ух ты, злодей! И где наш учитель, говори? Да перестаньте, бабусенька, кричите, как тая квошка. Я ж за паном доктором пришел. За мной? Кто нашего учителя убил? Погодите, Юзефа. Сейчас говори. Да ну погоди. Так смотрите! Матерь Божья, вся рубаха в крови. Кто ж это тебе так? Казак, нагайкой. Бедный мальчик. Да это что, ведь уже перевязали, а там много раненых есть. Павел Григорьевич просил доктора прийти. Да-да, я сейчас иду. Только сумку возьму. С инструментами и перевязочным материалом. Как же ты пойдешь, Яков? Ничего, ничего. Ты же в темноте ничего не видишь. Увижу, увижу. Знаете, что я предложу? Я поведу месье доктор, возьму его подружку, и мы пойдем, как двое влюбленных при луне. Ну, ступай вперед, мальчик.
Мадемуазель Полина, я хочу вам напомнить, вы очень рискуете. А я вам скажу, я ужасно люблю одно русское слово. Ничего. Ну, тогда идемте. Осторожно, Яков. Счастливо. Счастливо воротиться. Всю ночь мы не спали. Было очень тревожно. Как там папа и Поль? И самое важное, как там Павел Григорьевич? Папа и Поль вернулись домой лишь на рассвете. Надо же ведь, чтобы так случилось. Папа! Папа, ну что, что? Погоди, пуговица, погоди. Что делать, а? Поль, ну скажи мне ты, скажи. Саш, Саш, ох, мы ходили всю ночь. И по каким трущобам, если б ты видела. Там было столько раненых, избитых нагайками. Твой отец спас сегодня столько людей. А почему ты плачешь, Поль? Почему? Потому что полиция арестовала твой бедный учитель. Папа, и ты ничего не можешь сделать. Знаете, я придумал. Я пойду к жандармскому полковнику фон Литтену. Как-то я лечил его жену, и оба они везде трубили, какой я хороший врач. Я пойду к нему сейчас. Ох, Яков, смотри, будь осторожен с фон Литтеном. А это, как говорит наш милый Поль, ничего. Я все-таки пойду. Господин полковник, к вам доктор Яновский просит принять его. Просите. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Рад вас видеть. Что привело вас ко мне? Я буду краток, полковник. Арестован учитель моей дочери, студент Розанов. Он готовил ее к экзамену в гимназию. И я хотел бы узнать... На такие запросы мы справок не даем, но вам... Вам я могу сказать только одно. Возьмите нового учителя. А... Какова судьба студента Розанова? С ним будет поступлено по закону. Имею честь. До свидания. Через несколько дней после визита папы к фон Литтену Юзефа возвращается с базара такая сияющая, такая ликующая, словно нашла на улице 100 рублей. Есть правда, есть! У жандармского полковника Литкина жена заболела. Ужасно страшно больная. Три доктора около ее крутятся, а толку ни. Других врачей позвал фон Литтен, не тебя. Ничего, без меня не обойдутся. На следующий день к больной жене фон Литтена срочно вызывают из Кёнигсберга знаменитого профессора Зонтак. Зонтак, осмотрев больную, делает очень кислое лицо и требует, чтобы созвали консилиум из местных врачей. И вот на этот консилиум вызывает, наконец, и папу тоже. Ваше мнение, профессор Зонтак? Мое мнение неутешительное. Больную надо было оперировать 3 дня назад. Сейчас срок упущен. Стоит ли оперировать и понапрасну мучить женщину? Я лично в таких условиях оперировать отказываюсь. Что скажут местные врачи? Вы, коллега Горин. Мы не упустили момент сделать операцию. Положение было безнадежно с первого же дня. Мы тоже отказываемся от операции. До свидания. До свидания. Доктор, доктор Яновский, умоляю вас. Положение в самом деле отчаянное. Но пока больной жив, врач должен драться за его жизнь. Пошлите срочно за доктором Роговым, я сделаю операцию. Проходит много часов.
Папа яростно борется за жизнь больной, и операция удается. Утром, когда больная заснула, фон Литтен подходит к папе, еле стоящему на ногах от усталости. Фон Литтен пережил тяжелые дни. Ну, завтра он оправится и будет такой, как всегда. Но сейчас что-то человеческое еще брежет в его холодных стеклянных глазах. Доктор, спасибо вам. Вот записка. По ней можно сделать в тюрьме передачу арестованному Розанову. А что будет с ним дальше? В ближайшее время он будет выслан под надзор полиции в другой город. Поедет свободно за свой счет по железной дороге. Полковник, вы сегодня сами видели, как хорошо, когда врач знает свое дело. Вышлите Розанова в университетский город, где бы он мог закончить свое медицинское образование. Что? В Москву? Петербург? Ну зачем же в Петербург? В Харьков или в Казань? О, постараюсь. Постараюсь. И вот мы провожаем Павла Григорьевича. Мама Юзефа, Поль на перерыв угощают его и собирают ему провизию в дорогу. Сегодня вечером он уезжает. Павел Григорьевич, вот вы едете в Харьков, будете кончать там медицинский факультет. Голубчик, ну хоть 2 года-то потерпите, ну будьте осторожны. Хорошо, буду. Ха, да не будете вы осторожны, знаю я вас. Ну, конечно, не буду. Павел Григорьевич, ну чего же вы смеетесь? Чему вы радуетесь? Я смотрю вперед, пуговка. Дорога уходит вдаль. Упал, встань. Споткнулся, не плачь. Все вперед, все вдаль. Поняла, пуговка? Поняла. Ну, мне пора. Будешь меня помнить, Сашенька? Всю жизнь. Вот таким, каким стоял он перед нами в час прощания, в старой сатиновой рубашке под поясный шнурком, с добрым и веселым лицом, таким запомнила я навсегда моего первого в жизни учителя.